обычная тяпка, только большая. Мы сейчас ей протяпаем. Это вот междурядье пашется. Это вот междурядье идет, который только с одной стороны делает привал. Обычные грабли к этому же приспособлению. Трава также собирается у меня. Обычные грабли, которые к ней приспособлены, я меняю на решетку. И получается у меня теперь как тележка. Спасибо за просмотр, и если вам понравилось видео, ставим лайк и подписываемся на канал.